Праздничные уроки. Школьники поселка Дунай научились мастерить особенные подарки ко Дню Победы. В школе 253 прошли мастер-классы по изготовлению фронтовых открыток и бумажных журавликов в стиле оригами. За увлекательным творческим процессом понаблюдала съемочная группа Тихоокеанского телевидения. Солдатские треугольные письма – примета далекого военного времени. В годы Великой Отечественной войны бойцы с нетерпением ждали заветный треугольник с весточкой из дома. В тылу с таким же трепетом читали ответы с фронта. Пишет – значит живой, значит вернется. Воссоздать один из символов Великой Победы решили ученики Дунайской школы, приняв участие в мастер-классе по изготовлению фронтовой открытки. Провела обучающий урок Надежда Кучковская, заместитель директора школы. Сегодня мы планируем изготавливать вот такие открытки к 9 мая, фронтовое письмо, письмо с фронта. Но для того, чтобы придать более правдоподобный вид, мы заранее приготовили вот такие фронтовые конверты. Необычную бумагу для создания открытки с фронта ребята подготовили заблаговременно. Для большей достоверности обычные белые листы состарили с помощью раствора кофе. Такие пожелтевшие треугольные конвертики выглядят как подлинные послания из победного 45-го. Этот день очень памятный. Я хочу поблагодарить всех ветеранов и всех тот, кто подарил нам чистое небо над головой, мирное. Спасибо им всем. Сформированные треугольники ученики декорировали полосками бумаги коричневого и оранжевого цвета в виде легендарной георгиевской ленточки. Кроме того, лицевую сторону каждой открытки украсили яркими алыми гвоздиками, еще одним символом Великой Победы. Он как бы означает ко Дню Победы этот цветок. Вот. И это георгиевская лента, ее надевают в честь Победы, то, что наши дедушки, прадедушки служили на войне, и ради нас как бы они погибали и отстояли эту победу. Сделанные открытки с добрыми пожеланиями и словами благодарности школьники вручили ветеранам, детям войны и труженикам тыла в дни праздничных майских торжеств. Свои особенные подарки для дунайцев военного поколения подготовили также ученики начальных классов. Под руководством учителя они изготовили белоснежных бумажных журавликов в стиле японского оригами. В преддверии празднования Дня Победы, по традиции в нашей школе проводится ряд мероприятий, посвященных этому празднику. Мы сегодня готовим журавлей, символа Победы, символа возрожденной жизни. Такие же белокрылые журавли, летящие клином, украсили окна Победы в 258-й Дунайской школе. В преддверии 9 мая панорамные вестибюльные окна при входе в школу стараниями школьников и учителей превратились в необычные красочные плакаты. С помощью трафаретов на стекло нанесли фигурки белоснежных голубей как символ мира и изображение журавликов в память о погибших героях, словно напоминание о том, что День Победы – это праздник со слезами на глазах, радостный и печальный в одно и то же время.